Одну минуту. Марш, безусловно, политический, против политического убийства, за которое сегодня отвечает, безусловно, наша власть. Либо напрямую, либо косвенно. Косвенно – это вне всякого сомнения, потому что это результат той ненависти, которую власть разжигает последние годы. Последний раз мы с ним встретились примерно за полтора дня до его смерти. Говорил мне о том, что он планирует опубликовать доклад «Путин и война». Доклад, посвященный присутствию российских войск на территории Украины. Он говорил мне о том, что встречался с родственниками убитых российских солдат на Украине. Это люди из Иваново, из Ярославля, из каких-то других городов. И он мне говорил о том, что собирает материалы, доказывающие присутствие российских военных на территории вооруженного конфликта в Украине. С моей точки зрения, несомненная, стопроцентная политическая ответственность лежит на руководстве страны и лично на президенте Путине. Потому что именно президент Путин создал в нашей стране эту атмосферу ненависти, атмосферу нетерпимости, которая в конце концов материализовалась так или иначе в пуле, которую убили моего друга, моего товарища Бориса Немцова. Для нас это большая утрата, и я считаю, что власть перешла ту черту, после которой, не знаю, будут какие-то кардинальные изменения. Я не знаю, что будет, но я не жду ничего хорошего в этой стране.